Hello, my dear friends. Today we'll talk about the time. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорим о времени. What's the time? Listen to the poem. Faces of the clock. The big hand is busy, but the small hand has power. The large one counts the minutes, but the little one names the hour. When both hands stand at the top together, it's sure to be 12 o'clock. But whether that's 12 at noon or 12 at night, depends on if it's dark or light. Сначала давайте выучим несколько слов. O'clock. O'clock означает ровное время. Half. Половина. Minute. Минута. Two. До. Quarter. Четверть или 15 минут. Past. После. Let's repeat. O'clock. Half. Minute. Two. Quarter. Past. Когда мы говорим ровное время, мы используем o'clock. Look at the examples. It's 1 o'clock. Ровно 1 час. It's 2 o'clock. 2 часа. It's 3 o'clock. 3 часа. It's 4 o'clock. 4 часа. It's 5 o'clock. 5 часов. It's 6 o'clock. 6 часов. Когда мы хотим сказать половина, мы используем half past. When the minute hand is pointing toward 6, we read the time in half past. Когда минутная стрелка показывает на 6, мы говорим половина после. Half past. For example, it's half past 5. Половина после 5, полшестого. It's half past 10. Половина после 10, пол 11. It's half past 6. Половина после 6, пол 7. It's half past 4. Половина после 4, пол 5. It's half past 7. Половина после 7, пол 8. It's half past 8. Половина после 8, пол 9. Чтобы сказать любое другое время, мы разделим часы на 2 части, с 12 до 6 и с 6 до 12. Look at the green side. Посмотрите, пожалуйста, на зеленую сторону. Все, что у нас с зеленой стороны, мы используем со словом past. Если минутная стрелка стоит на 5, 10, 15, 20 или 25 минут, мы используем слово past. Если минутная стрелка будет стоять со стороны фиолетовой, purple side, мы будем использовать to, и мы будем говорить, сколько нам не хватает. Для первой половины часа мы используем past. Мы говорим, сколько минут прошло. For example, it's 5 past 12, 5 минут после 12. It's 1/4 past 12. Четверть после 12. It's 10 past 12. 10 минут после 12. В английском языке нам не обязательно использовать слово minute. It's 5 minutes past 12. Or it's 5 past 12. It's 20 past 12. 20 минут после 12. It's 25 past 12. 25 минут после 12. Для второй половины часа мы используем to. Мы говорим, сколько минут нам не хватает или сколько осталось до ровного часа. For example, it's 25 to 3. 25 минут до 3. То есть нам не хватает 25 минут до 3 часов. It's 1/4 to 4. Четверть до 4. То есть нам не хватает 15 минут до 4. It's 20 to 3. 20 минут до 3. То есть нам не хватает 20 минут до 3. It's 10 to 8. 10 минут до 8. Нам не хватает 10 минут, чтобы наступило 8 часов. It's 5 to 10. 5 минут до 10. То есть через 5 минут наступят 10 часов.
Let's practice our knowledge. Давайте попробуем использовать наши знания. Look at the pictures. Посмотрите на картинки. И попробуйте определить время. Первая картинка. First picture. I give you 5 seconds to think. It's 9 o'clock. 9 часов. The second picture. I give you 5 minutes to think. It's 11:15. Четверть после 11. The third picture. It's 2:30. Половина после 2. The fourth picture. It's 5:15. 15 минут до 5. Now we have to connect the time. Нам нужно соединить время с часами. 11:30. Половина после 11. Half past eight. Половина после 8. 4 o'clock. 4 часа. A 12:15. Четверть после 12. A 2:15. Четверть до 2. A 9:15. Четверть после 9. A 7:15. Четверть до 7. And 1 o'clock, ровно час. I think it was easy. Now, write the time in your copy book in English. Вам нужно написать время в ваших тетрадочках. Look at the animals. A hamster, a hedgehog, a lion, a monkey, a bear and an elephant. They don't know the time. Они не знают времени. Нам нужно сказать им, сколько время. Press stop and write your answers in your copybook. Нажмите, пожалуйста, стоп и запишите ваши ответы в ваши тетрадочки. Now let's check. Давайте проверим. What's the time? It's 5:25. 25 минут после 5. What's the time? It's 10:01. 10 минут до часа. What's the time? It's 4:25. 25 минут до 4. What's the time? It's 4:05. 5 минут до 4. What's the time? It's 7:20. 20 минут до 7. What's the time? It's 9:15. 15 минут до 9. That is an easy way to learn the time. Чтобы было легче выучить время, посмотрим на табличку. O'clock and 11:30 we have to learn. Нам нужно выучить o'clock и 11:30. Все, что находится с желтой стороны, мы используем с past. 5:05, 10:05, 4:05, 20:05, 25:05. Все, что находится с красной стороны, мы используем с to. 25:02, 20:02, 1/4:02, 10:02, 5:02. Let's have a rest and look a video about the time. The clock goes.
times tick, sometimes talk, round and round it never stops. Minute hand, hour hand, the second hand's there too. 12 numbers to help with time, representing 555. When we're having fun, time sure flies by. What does the clock say? Tick, 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 tick. What the clock say? Talk, 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 talk. What the clock say? Noon, 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 noon. What the clock say? Quarter, quarter, quarter of, quarter of, quarter of. What does the clock say? Second hand never stops. 60 ticks around the clock. Minute hand will then move. One step, you know it's true. And once it moves 60 times, an hour has gone by. But can it stop? Will it ever slow? The simple answer's no. Hope to see you soon and good luck. Learn the rules and make your homework.